Снежные горы и пресловутое гостеприимство. Пакистан славится своими жителями и потрясающими видами. А чем еще? Давайте посмотрим. Главные символы культурного наследия этой восточной жемчужины покажут сегодня на выставке, которая открылась в рамках 33-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Пакистан – это очень уникальная страна, потому что там не только уникальная разнообразная природа, но также это многоязычная, многокультурная, многонациональная, многорелигиозная страна. Там проживают люди не только, которые говорят на разных языках, но также представители различных религиозных конфессий, как мусульмане, так и христиане, люди, которые исповедуют индуизм. И сегодня мы попытались в наших работах отразить религиозную сторону и природу. И мы попытались в нашей сегодняшней экспозиции максимально представить все то, чем богат Пакистан и чем он может быть интересен. И, конечно же, такие проекты, они помогают нашим дружественным странам стать еще ближе друг к другу и познакомиться с культурой друг друга. Картины и артефакты, современная живопись, графика и каллиграфия в огромном мире цвета и текстур. Работы знаменитых исламских художников познакомят посетителя с культурой и традициями Пакистана. При этом творчество каждого из них уникально и вызывает восхищение зрителей по всему миру. Выставка в этом году необычайная. Кроме того, что представлены ведущие художники разнообразных стилей исполнения, у нас еще масса интересных предметов. И из меди, и из бронзы. То есть те предметы, которые подчеркивают культурное значение Пакистана. В экспозиции также присутствуют традиционные предметы быта, керамические вазы, столовые приборы, расшитые орнаментами сумки, декоративные украшения. Беларусь приняла меня хорошо, я просто обожаю эту страну, потому что я наслаждаюсь вашими зелеными парками, лесами, реками, озерами, чистотой и красотой ваших улиц. Я посетила все столицы регионов, и четвертый раз я уже приезжаю в этот замечательный город Витебск, и не представляю удивляться и наслаждаться. И, конечно, больше всего я люблю снег в Беларуси и в зимнюю пору, особенно когда озера застывают, я могу походить по этой скользящей поверхности и получить от этого огромное удовольствие. Дух народа и красоту восточной культуры Пакистана помогут прочувствовать и фотографии пейзажей, и памятников архитектуры. А любоваться работами талантливых мастеров кисти можно будет в Витебском музее истории частного коллекционирования. Валерия Яскевич и Вероника Сабирова. Новое утро.